бамбуковые рощи были большие, проживали старобрядцы, которых переселили за территорию Олимпийского парка. Много скандалов было по этому поводу, писали везде. Но если правительство разрешило, в общем, добровольно, в порядке, они сюда переехали. Проживало здесь около 150 семей, каждой семье дали компенсацию. За парком есть улица, называется также Старобрядческая. Там для них построили двухэтажный коттеджный поселок, и туда вот их всех переселили. Но у них было одно условие, при котором они отсюда, если переезжают, оставляют кладбище Старобрядческое, которое действует и куда подхоранивают осенью. Находится оно в центре парка, рядом с Олимпийской площадью. Площадь кладбища около одной. Гора здесь, где Олимпийская площадь стояла, ее тоже взорвали, все это сюда цепляли. Да. Ну, куда ему? Ну, поставишь эти чашки. И когда здесь положили асфальт, он был идеально ровный. Но болото есть болото, ребят, все равно нет асфальта. С правой стороны девочки аллея асфальт. Пальма стоила от 50 тысяч рублей, большие доходили до 250. Всего в парке высадили 260 пальм. Представлен цветочный болид натуральную величину. Памятник, который стоит перед ним, это Николай Панин Коломенкин, первый олимпийский чемпион по фигурному катанию. Он сам за свой счет в 1908 году поехал на Олимпиаду в Лондон и завоевал там золотую медаль. В 1912 году он уже поехал на Олимпиаду в Лондон, занял призовое место, но уже по стрельбе из пистолета. Во время Великой Отечественной войны он координировал партизан и был участником по стрельбе. И он издатель первой книги по фигурному катанию в 1909 году. Сам он родом из Старого Воронежа, село называется Передон. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами поговорить? Я тоже здесь. Ну, хоть не выматерился уже, хорошо. Да. Это уже... Здесь проходила церемония открытия и закрытия Олимпийских игр. Вмещал раньше 40 тысяч зрителей. В прошлом году здесь прошел чемпионат мира FIFA по футболу. А по правилам FIFA стадион должен быть открыт и вмещать не меньше 45 тысяч зрителей. Что сделали? Взяли центральную часть крыши, которая не была раздвижная, полностью демонтировали. И вот смотрите, наверху добавили трибуну еще. Теперь он вмещает 47400 зрителей, но билеты на них даже не продавали, это было сделано специально, чтобы провести чемпионат. Во-вторых, там сидеть очень опасно, сзади них пластины нет, а болельщики у вас очень веселый, позитивный народ, не дай бог, надо крупиться. Знаете, как иностранные гости там заносили алкоголь? Брали бинокль, откручивали линзы, наливали туда и спокойно... А говорят, еще русские, да, такие? И вот вокруг площади построено 108 флагштоков, покорительные чаши там в Олимпиаде. Сама чаша, она выполнена в виде жарки, и высота чаши 50 метров. Олимпийская гонка у вас на 7,5 метров.